Так, 11 сентября 2021 год, Харьков, 20:28 до Киева, Харьков. Совсем прячется от нас. Ветерок поднимается, да? 367 тысяч километров до Луны сейчас. Но зато на фоне проводов видно движение Луны. Это уже за крышей прячется. Наша красавица. Хорошо. Пошли теперь уделим внимание Сатурну с Юпитером и с чувством выполненного долга. Отправимся по домам. Не, ну я очень четко вижу Титан под Сатурном. Это ветер. Это очень сильный ветер. Это троллейбус. 1 миллиард 300. Ну, чтобы не соврать, 367, по-моему. Миллионов километров. До Сатурна, а вот до Юпитера ты посмотри, как он горизонтально стоит. 611 миллионов километров. Рекорд тогда идет первый спутник Ио, потом идет Европа, потом Ганимед и Каллисто. Так, уменьши выдержку, может повезет экваториальную полосу увидеть. Конечно, повезет, ничего в себя. Ничего в себя. Я вижу экваториальную полосу совершенно четко. Я, наверное, сейчас пойду подальше от всех этих шумов. Прошу прощения за них.
И сниму уже один Юпитер без Луны. Это я вынужден тут снимал, потому как Луну хотел снять. Да, сейчас сниму. Отдельно Юпитер. 20.38 по Киеву, Харькове. 11.00.